Этой находке не менее 22 тысяч лет. Прекрасно сохранившуюся тушу пещерного медведя нашли якутские оленеводы на острове Большой Лиховский Новосибирского архипелага. Благодаря вечной мерзлоте у доисторического животного сохранились зубы, шерсть, нос и все внутренние органы. Настоящий кладезь для ученых. Раньше удавалось найти лишь кости. Пещерный медведь не то чтобы какое-то таинственное, загадочное и непознанное животное, но понятно, что находка его мягких тканей, она как бы сильно дополнит его портрет. Туша медведя передана в Северо-Восточный федеральный университет в Якутске. Радиоуглеродный анализ позволит определить точный возраст животного. Предполагается, что он жил от 22 до 39,5 тысяч лет тому назад.